Нас в любое время года учит мудрая природа. Птицы учат пению, паучок терпению, пчелы в поле и в саду обучают нас труду. И к тому же в их труде все по справедливости. Отражение в воде учит нас правдивости. Учит снег нас чистоте, солнце учит доброте. Каждый день зимой и летом дарит нас теплом и светом. И взамен ни у кого не попросит ничего. У природы круглый год обучаться нужно. Нас деревья всех пород, весь большой лесной народ учат крепкой дружбе. Господин доктор! А, здесь! Пожалуйте, Михаил Львович, за вами приехали. Откуда? С фабрики. Покорно благодарю. Что ж, придется ехать. Досадно, черт подери. Как это неприятно, право. С фабрики приезжайте обедать. Ах, нет уж, поздно будет. Где уж, куда уж. У Островского в какой-то пьесе есть человек с большими усами и малыми возможностями. Так, это я. Ну, честь имею. Если когда-нибудь будете проезжать мимо, то заезжайте ко мне, вот Софья Александровна. У меня небольшой минишко, всего 10-30, но если интересуетесь, образцовый сад и питомник, каких не найдете за 1000 верст кругом. Ах, мне уже говорили, что вы очень любите леса. Конечно, можно принести большую пользу, но разве это не мешает вашему настоящему призванию? Ведь вы же доктор. Одному Богу известно, в чем наше настоящее призвание. И что же, интересно? Да, дело интересное. Очень. Ах, ну вы же еще молодой человек. Должно быть не так уж интересно, как вы говорите. Все лес и лес. Мне кажется, однообразно. Нет, это чрезвычайно интересно. Михаил Львович каждый год сажает новые леса. Ему уже прислали бронзовую медаль и диплом. Он хлопочет, чтобы не истребляли старых. Он говорит, что леса украшают землю, что они учат человека понимать прекрасное и внушают ему величавое настроение. Леса смягчают суровый климат. В странах, где мягкий климат, меньше тратится сил на борьбу с природой, и потому там мягче и нежнее человек. У них процветают науки и искусства, философия их не мрачна. Отношения к женщине полны изящного благородства. Браво, браво! Все это, конечно же, мило, но неубедительно. Так что позвольте мне, мой друг, дальше продолжать топить печи дровами и строить сарай из дерева. Нет, ну, ты можешь топить печи торфом, а сарай строить из камня. Нет, ну, я понимаю, люби леса из нужды, но зачем истреблять их? Русские леса трещат под топором. Гибнут миллиарды деревьев, и все от того, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять топливо с земли? Неправда ли, сударыня? Надо быть безрассудным варваром, чтобы жечь в печке эту красоту. Разрушать то, чего мы не можем создать. Вот ты глядишь на меня с иронией. И все, что я тебе говорю, тебе кажется несерьезным. И может быть это в самом деле чудачество. Но когда я прохожу мимо крестьянских лесов, которые я спас в порубке, когда вижу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я понимаю, что климат немножечко и в моей власти. И что если через 1000 лет человек будет счастлив, в этом немножечко буду виноват и я. Когда я сажаю березку, а потом вижу, как она зеленеет, качается от ветра, душа моя наполняется гордостью. Однако, мне пора. Все это, вероятно, чудачество, в конце концов. Честь имею кланяться. И когда же вы приедете к нам? Не знаю. Опять через месяц? Ах, а вы, Иван Петрович, опять вели себя невыносимо. Зависимость экологической обстановки от выработки электроэнергии самая прямая, поскольку использование нефти, газа, угля связано не только с конечностью органических ресурсов на планете, но и с проблемой загрязнения атмосферы веществами, которые получаются в результате его сжигания.
Кроме углекислого газа, в атмосферу попадает достаточно много вредных веществ, которые вызывают кислотные дожди, загрязняя тем самым почву и водоемы. Специалисты утверждают, что большинство заболеваний у жителей крупных населенных пунктов связано как раз с проблемой загрязненной воды. Отмечают учащенную заболеваемость различными видами онкологических болезней, а также патологии желудочно-кишечного тракта. Каждый год в реки и озера по всей России попадает тысячи тонн отходов химической и нефтеперерабатывающей промышленности с различных предприятий. В водоемах они уничтожают многие виды флоры и фауны. Кресты рубят, тумбочки пилят. Где на кладбище, чё ли, говори толком? Там. Да не тяни ты душу, кто рубит? Они, чужие, курвы! Ты чего, тетка? А ну-ка, марш, соседова нечистая сила! Ну-ну, тетка, ты это, руки-то не распускай, я тебе их свяжу. Марш, кому говорят, чтоб сейчас же тебя тут не было, поганая твоя душа. Могилы зарить, а ты их тут хоронил? Отец, мать у тебя тут лежат, ребята лежат, не было у тебя поганца отца с матерью, ты не человек. О, разрази ты его, Господь, на этом самом месте не пожалеет, ты от сей так не уйдешь. Ты перед всем миром ответишь! Да отцепись ты, тетка! Мне приказали, я делаю! Нужны мне ваши покойники! Кто приказал? Кто приказал? Для вас святого места на земле не осталось! Ироды! Так, граждане истопляемые, в чем дело? Мы санитарная бригада, ведем очистку территории по распоряжению санэпидстанции. Какой еще сама спидстанции? Над бабами измываться, сам ты аспид! Обои вы аспиды ненасытные! Кары на вас нету! И ты меня топором не пужай! Брось топор! Ну, Акася! И не шуренься! Ишь, пришуренил разбойничьи свои глаза! Ты на нас прямо гляди! Чё натворили аспиды? Чё натворили? Чё с ними разговаривать? Подрешить их тут же надо! Место самое подходящее! Чтоб знали нехристи! Зачем место поганить? Вангаруй их! Ослабонить от них землю она спасибо скажет! Вы-то что? Вы поймите, нам дали указание, привезли сюда. Мы не сами. Кто приказал? Мы не тайком, с нами представитель приехал. Он лицо официальное. Что такое? Что тут у вас происходит? Нет, вы, значит, делаем как надо, а они тут забросили. Как собаки. Тише, слушать будем или базарить? Они проводили санитарную уборку кладбища. Так положено. А ежели он лицо официальное, пущай ответит народу. Кто велел наше кладбище с землей равнять? Там люди лежат, не звери. Как посмели над могилками галиться? Такие фокусы даром не проходят. Царица небесная, до чего дольше не хочешь, топись от позору. А ты не тяни кота за хвост. Ты скажи, по какой такой надобности кресты рубил? Товарищи, у вас возникло недопонимание. Вы знаете, на этом месте море будет, теплоходы большие пойдут, поедут туристы, интуристы, а тут кресты ваши плавают. А нас вы подумали, мы живые люди, мы пока здесь живем. Вы загодя о туристах думаете, а я сейчас мамину фотокарточку после этих боров на земле подобрала. Это как, пароходы поплывут? Это когда они поплывут? А мне как теперь здесь находиться? Покуда я здесь живу, подо мной земля, и не нахальте на ней! У нас 70 точек под переселение, и везде кладбище! А ты, арапы, не заправляй! Откуда вы пришли, туда и ступайте! К кладбищу более не касайтесь! А то я берданку возьму, не погляжу, что лицо! Под лицом надо на уважение иметь, а не одну шляпу! Тьфу! Курвы! Да вы что? Чего расшумелись? Это вам не базар. А ты, Воронцов, на нас голос не подымай. Ты сам тутака без году неделя, сам турист. Ранним море только причапал. А я родился в матере. И отец мой родился здесь, и дед. Я тутака хозяин. И покуда я тутака, ты надо мной не крыт. И меня не зови. Дай мне дожить без позору. Убирайтесь, а культа греха не дошло. Так, запомним. Запоминай. Не шибко испугались. Давайте вместе
земли украшать, сажать сады, цветы сажать повсюду. Давайте вместе землю уважать и относиться с нежностью, как к чуду. Есть одна планета-сад в этом космосе холодном. Только здесь леса шумят, птиц кликая перелетный. Лишь на ней одной цветут ландыши в траве зеленой, и стрекоза только тут в речку смотрит удивленно. Береги свою планету, ведь другой похожей нету. Мы забываем, что она у нас одна, неповторимая, ранимая, живая. Прекрасная, хоть лето, хоть зима, она у нас одна, одна такая. Берегите землю, берегите, жаворонка в голубом зените, бабочку на листьях повелите, на тропинках солнечные блики, на камнях играющего краба, на пустыне тень от баобаба, ястреба парящего над полем. Ясный месяц над речным покоем, ласточку, мелькающую в жите. Берегите землю, берегите. Ты прости нас, родная земля, за слепую жестокость к тебе. Мы услышим, поможем беде, возродим для потомков тебя.